Это парк Еленовка. Продолжается работа по оформлению парка. Идет строительство беседки. Это вот очень интересный продукт, очень важный, востребованный. И вот увидите фрагмент этой беседки. Ну, кто-то раньше, если видел фильм, там было начало этой беседки, как она делалась. И посмотрите, вот один из фрагментов, что происходит здесь. Вот видно, что крыша варится наверху, и идет уже оформление вот таких вот столбов. Под декоративный камень, под бревна, ну, неважно под что. Вот пацаны без эскизов делают, что им придет в голову. У них багаж есть, есть направление, есть стиль определенный. Ну, он сказочный, и который позволяет делать работы от любой там, ну, художественной сложности, там и сложные, и простые, и технологичные, и не технологичные. Вот смотрите, это была черновая подготовка, вот такой стол. Вот смотрите, как он внутри устроен. Арматура, сетка и профиль там находится. И вот вверху тоже вываренные балки металлические. И самое интересное, что здесь будут какие-то лежалюзи. Вот снизу видно окно. Поэтому мы не делаем колонны арочные, а делаем их вот такие как бы квадратные. А так можно было бы арочные делать, потому что здесь хотят стеклить ее. То есть можно беседку делать открытую, а можно делать и как бы с окнами, которые будут и зимние, и отапливаться. То есть технология позволяет делать беседки любой сложности. Вот смотрите, низа, типа подоконники. Вот профиль, выверена арматура, черновая. И потом мы ее закидаем и сделаем подоконники. А можно подоконники делать и деревянные. Ну, у кого какие задачи и какие пожелания, и кто что хочет получить от этой беседки. Ну вот, смотрите, здесь будет продолжаться делаться дальше беседка. Это такая набережная, вот черновая, засыпка произошла. И потом мы зальем бетоном ее и выварим беседку дальше. Вот видите, бетон залитый, а там сварщик варит дальше продолжение набережной. Вот видите, внизу сваи такие были забурены, залиты вот такой ригель, или как его, фундамент ленточный, и набережная пролитая. И теперь вот такая арматура, и по ней будет потом делаться опалубка, закидываться и делаться лепка. Ну а сверху будет, ну, такая плита залита, которая тоже будет нести там свои нагрузки. И вот как бы вот потом будет беседка. Вы видите дальше, что получится. Это половина вот такого навеса сделана, а половина будет, ну, продолжаться работа дальше. Ну, не знаю, вот отсюда, вот смотрите, у нас какие помощники, уточки, которые здесь уже прячутся. Ну, видно, вот такая стенка, и, ну, с той стороны надо смотреть. Я уже показывал фильм, как выглядит набережная. Ну и покраска. Посмотрим, крыша какая будет сделана. И сейчас я покажу. Там еще домик строился, тоже такой, как с профилей выварился. И мы сейчас его лепку сделаем, посмотрим, такой гостевой дом, домик, или это будет такая кухонка. То есть тоже как можно у себя дома вот такие делать домики. С профиля варится конструкция, можно его утеплять, кому это надо, беседки. То есть принцип вот такой вот. Ну, есть много фильмов, ну, сюда или пенопласт ставится, ну, а здесь мы, может, будем делать не пенопласт, а стекловато, или как минвато, то есть, ну, я буду показывать вам. Вот кто смотрел начало или будет следить, то есть вот такие будет продолжаться строительство, то есть в этом есть большой смысл. Я давно строю вот такие домики, беседки, то есть, и, ну, люди заказывают. То есть это, ну, по моим понятиям, быстро. Ну, насчет денег говорить не буду. Выгода, не выгода, это уже не мое дело. Люди раз заказывают, значит, выгодно. Ну и вот беседка уже открытая, такое, такого плана. Вот видно, там осьминог будет, рыбки и вот такой, как декоративный камень, как скалы, коралл. Тоже на быструю руку делается. Это парк. То есть особо сильно здесь не растянешь работу, людям надо скорость.